Приморский филиал Вагановской академии русского балета готовится к приему учеников. Это уникальное учебное заведение уже третий раз будет набирать мальчиков и девочек, готовых связать свою жизнь с балетом. Абитуриентов ждут со всего Дальнего Востока, Камчатки, Сахалина, Хабаровска, Магадана и субъектов округа. В этом году планируют взять 24 учеников. Как говорят педагоги, самое главное требование к поступающим – это здоровье, ведь профессия артиста балета связана с большими физическими нагрузками. Комиссия проверяет прежде всего физические данные детей, это выворотность, это шаг, то есть имеется в виду растяжка, вот, это подъем, это прыжок, гибкость ребенка проверяется. Значит, комиссия также смотрит на состояние здоровья обязательно, да, то есть мы принимаем к обучению только здоровых детей, потому что нагрузка достаточно сложная, достаточно серьезная. Значит, и также проверяем музыкальность, проверяем сценичность. Преподаватели обращают внимание на внешний вид ребенка. Ребенок должен быть, конечно же, красивый.